Маруха та Андрагіла, Гейна Мелах, Халаму, Шакітчана, Бенцета, Витівана, Радлік, Нашель Ханука. My name is Anatoly Sharansky. For 3 years already I am fighting for my right to leave for Israel. KGB רודפים אחריו, רק מפני שהוא רוצה לעלות ארצה, רק מפני שהוא יהודי. Уже невозможно было терпеть репрессии, антисемитизм, вранье. Мы заявляем открыто, да, мы не хотим здесь жить, мы хотим жить в Израиле. И майор Галкин закончил допрос мой такими словами. Эх, при Сталине, выбил бы я вам все зубы, и на этом наша беседа бы с вами кончилась. Все первые допросы в основном объясняли мне расстрел неизбежен. Потому что было ясно, что обвинение в шпионаже – это смертная казнь. אחד מן הישמים ברוסיה בריגול למען ארצות הברית הוא בעלי. То я такой? Меня в этом помещении 40 лет назад судили за измену родине.